сегодня мы приготовим вкусные мясистые ребрышки по осеннему рецепту. На улице осень, конкретные листья опадают, деревья практически все голые, можно видеть. Поэтому приступим. Для этого мы взяли очень мясистые ребрышки, посмотрите какие. Сейчас мы их помоем и будем мариновать. Соль. Универсальная смесь специй. Черный молотый перчик. Паприка. Все, теперь все тщательно массажируем. Соус барбекю, черный кофе, три ложки апельсинового джема. Это будет вкуснятина. И все тщательно перемешиваем. Теперь все тщательно промазываем наши ребрышки. Промазываем все с боков, с одной стороны, сейчас перевернем на другую, все стороны промазываем. Тут такой вид, что уже его сырым можно кушать. Я представляю, когда он будет готовым. Главное, не забывайте со всех сторон мазать. Со всех. С боков. Везде. Вот как я. Вот видите? Нарежем на дольки. Теперь наши ребрышки аккуратненько заворачиваем в фольгу.
Так готовятся наши угольки, заодно наши ребрышки маринуются и напитываются тем соком, который им потребен. Пока наши угольки там готовятся, выпьем за ваше здоровье и за осень. Будьте здоровы. Маринованный помидорчик, сырок и колбаска. За вас, дорогие. Чистенькая косточка. Мясо готово 100%. За вас, дорогие друзья, пробую мясо, оно 100% получилось. Сейчас попробуем его вкус. Да, сочная, ой, вкусненькая. Приготавливайте себе такую вкуснятину, а еще можете к ней добавить картошечку, запечь в фольге. Вообще будет бомба, полный улет будет. Наслаждайтесь вкусной едой и живите счастливо и долго. Будьте здоровы, ставьте лайки. Кому жалко, все равно ставьте. До новых встреч.